Добрый день, канал Дом Мебли. Как вы уже поняли, мы отдыхаем, отпуск в Египте. Значит, отель у нас Риф Оазис Блю Бэй Ресорт, по-моему, так и называется, 5+. Значит, скажу сразу же, обзоры отеля делать я не буду, буквально несколько слов скажу, может кому-то пригодится, может кому-то будет интересно. Я уже в Египте не первый раз, не второй, не третий, не четвертый. То есть это понятно, да? То есть почему Египет? Значит, цена. Сразу же давайте я буду говорить более к делу, чтобы слишком долго не рассказывать. Значит, цена. Цена в отель стандартная, стандартный номер, стандартная комплектация. 7 ночей, 8 дней, нам обошелся 900 с чем-то долларов. То есть, в принципе, для такого отеля, как говорят, цена не очень большая. Значит, по отелю, в принципе, людей хватает. Я не скажу, наверное, что полное заселение, но людей хватает. Значит, 90, наверное, процентов – это Украина. С Германии есть, с Англии есть. Ну, в принципе, с Молдавии вроде пару человек было. С Россией я не видел практически никого. То есть так, ну, по крайней мере, паспорт не смотрел, но так по разговорам, по всему остальному определяю, что нет. Швеция. Швеция есть, да. Швеция есть. Вот наши там незнакомые, ну уже немножко знакомые, немножко познакомились со Швецией, да. Так, значит, отель очень большой, территория очень большая. Очень большая. Значит, здесь бассейны, я знаю, раз, два, три, четыре, где-то. Бассейнов 5 или 6, то есть кому хватает, нормально. Значит, сам отель находится на скале. Значит, вот мы сейчас стоим на возвышенности. Для того, чтобы спуститься к морю, вот сбоку от меня лифт. То есть мы спускаемся к морю на лифте. Вот и вон, потом я еще снизу сниму, скажем, так. Коралловый риф здесь красивый, все нормально. Можно где и в море плавать, и там вот видите вот заход, где есть для детей, для тех, кто не особо умеет плавать, то есть вот такие небольшие лагунки, где можно хорошо заходить. Там понтон-то понятно, дайвинг на месте есть, то есть не обязательно ехать на яхту, чтобы или на остров Тиран, или куда-то еще, чтобы заниматься дайвингом. Дайвинг прямо здесь. Ну, это уже кому как на любителя. То есть 20 долларов дайвинг, хотя бы на ту самую яхту поехать на целый день тоже 20 долларов. Но правда, там за дайвинг нужно платить. Вот так. Так что я считаю, что это не слишком дорого, что какую там спальню, тумбочку сдать и можно поехать немножко отдохнуть. Обслуживание хорошее, все нормально, еда хорошая, но стандарт. То есть кто был в Египте, тот стандарт. Значит, скажу еще раз, вся красота Египта — это, конечно, в море. То есть приехать в Египет и плавать в бассейне — я не понимаю, зачем это нужно. То есть приезжаем в Египет — это дайвинг, это рыбок немножко погонять, кораллы посмотреть. То есть это, как нам сами говорили, вся, в первую очередь, красота Египта, она в море. Не возле моря, а в море. Обслуживание нормальное, все хорошо. Отель тихий, спокойный. Так, ну все, на этом деле, я думаю, что пока обзор я закончу. Потом еще пару фоток сделаю и снизу покажу. Скажи, почему сейчас людей мало? Да, людей сейчас мало, почему? Потому что уже вечер, да, погода сегодня, самое интересное, что погода очень хорошая, солнышко так то выглядывало, то за тучами, очень комфортно, очень хорошо, где-то, наверное, около 30, тишина, спокойствие, ну, стандартный набор, то есть, кто было, это стандартный набор, да. Так, ну и потом еще пару фоток сделаю, и потом уже буду показывать интересные, как говорится, отдых отдыхом, но работа есть работа. Немножко покажу, как мне показалось, интересное решение по мебели. Ну, как интересное? Ну, может, кому-то и пригодится, но, по крайней мере, что-то пытаемся показать. Так, на этом все. И плюс еще пару фотографий. И вот интересное место,
где обычно все делают фотки. Здесь получается с этой точки как раз, что бассейн над, как будто парит над морем. Такое интересное, интересное место, где обычно все фотографируются. Видно море, места хватает очень много. От сам отель, как я уже говорил, вот на такой скале находится. То есть опускаемся к морю или поднимаемся к отелю вот на таком лифте. Интересное решение. Не могу удержаться, чтобы не снять такую красоту. Красота. Первый раз такое в Египте вижу, чтобы так красиво свели деревья.